В Касталовском районе в этом году реализуют важные для жителей проекты. Так, в селе Каинде строят дом культуры, проводят систему технического водоснабжения. На глазах преображается и центральный парк. Вся эта работа направлена на улучшение качества жизни, поэтому находится на особом контроле местного руководства. Сельчане давно поднимали вопрос о необходимости строительства нового очага культуры. Прежняя постройка, в которой размещался клуб последние несколько лет, была в бедственном положении. После многочисленных обращений подготовили проекты в рамках программы «Аул Ельбисыгы». Из республиканского бюджета были выделены средства, начато строительство Дома культуры на 150 мест. Сейчас подготовлены траншеи и заведены коммуникации. Подведена вода и газ. Залито основание под зданием. После бетонирования будем поднимать стены. К ноябрю планируем закончить внутренние работы и сделать крышу. По плану строительство объекта должны завершить весной. Оценив ход работ, аким района поручил подрядчику уделять больше внимания качеству. В свою очередь местные жители очень рады, что долгожданная работа началась. В нашем селе начинается долгожданное строительство Дома культуры. Конечно, мы все этому очень рады. Выражаем благодарность от имени всех жителей нашего села. Кроме того, в селе проводится реконструкция технических водопроводов. Это позволит значительно экономить питьевую воду. А в местном парке проводится благоустройство. Средства на это выделили спонсоры. Тем самым они хотят внести свой вклад в развитие родного села. Екатерина Шмидт, Мейрбек Бисекешев, Колыбек Акрап, телеканал Акжаик.